вам! Вы смотрите тележурнал о жизни еврейской общины в Новосибирске. И я его ведущая Полина Дисман. Сегодня мир переживает тяжелый период, и Новосибирск не стал исключением. Впервые мы не сможем собраться за одним столом для Седер Песаха. Почти все организации закрыты для посещения. Но сегодня, 7 апреля, молодежная организация «Гилель» вышла из режима онлайн развозить Песах-боксы, чтобы студенты «Гилеля» смогли встретить праздник, соблюдя все традиции. Hello, Yossi. My name is Sasha. I'm a director of Hillel in Novosibirsk. «Гилель» — это международная организация, которая занимается работой с молодежью. И, собственно, наша задача — сделать так, чтобы у ребят в Новосибирске, в России, во всем мире с еврейскими корнями была возможность жить еврейской жизнью. Сейчас, поскольку у нас такая неоднозначная ситуация в стране, мы не работаем офлайн, мы не делаем мероприятия, но мы делаем многое онлайн, и в том числе сегодня мы вместе с вами повезем ребятам, у нас идет проект «Песах дома», и мы повезем ребятам мацу и кошерный виноградный сок, чтобы они могли отпраздновать Песах дома. Ребята оставили заявки, что они хотят принять участие в акции, что им важно, несмотря на то, что мы находимся дома на карантине, в онлайне, все наши мероприятия, им важно дома отпраздновать и все это сделать. Вот, мы собрали такие наборы. Те ребята, к которым мы сегодня поедем, это и наши активисты, и ребята, которые просто изредка к нам приходят, они, несомненно, все ждут того, чтобы к ним приехал набор, чтобы они могли встретить праздник. Я очень рада, что мне привезли набор для Песах, и я теперь смогу отметить, встретить его дома онлайн вместе со своими друзьями. Для того, чтобы встретить этот праздник, необходимо провести такой седер. Это называется, когда определенным образом мы проводим трапезу, и вот для этого нужен кошерный сок и маца, которую мы повезем. Несмотря на то, что мы помогаем ребятам встретить Песах дома с семьей, мы, конечно же, будем проводить седер Песах онлайн. Мы призываем ребят просто дома открыть камеру на ноутбуке или включить телефон, зайти всем вместе и все вместе точно так же встретить. За моей спиной находится синагога. Здесь Песах должен был собрать около 300 человек, но карантин диктует свои правила. Мы ввели карантин сразу после того, как главный раввин России прямо объявил о том, что все синагоги закрываются. Мы понимаем, что это все временно. Это такой кризис, который нужно преодолеть. И этот кризис, как долго она будет продолжаться, это зависит от нас. Потому что чем больше мы будем беречь себя, окружающие, особенно пожилые люди, тем быстрее эта криза закончится. Самое главное сейчас, как я это вижу, поддерживать друг друга, позвонить друг другу. И когда мы поддерживаем других, мы получаем больше силы и настроения. Мы, к сожалению, прошли много кризисов. И в истории еврейского народа, не только в истории еврейского народа. И мы понимаем, что ничего не живет вечно. Песах о чем говорит? Тоже говорит о большой кризисе, который произошло. Это произошло очень давно, 3400 лет тому назад. И еврейский народ были в рабстве в Египте, чужая страна. И тоже было страшно, ужасно. Но все-таки вышли из Египта. Да, тогда это было очень долго и медленно. Но сейчас мы понимаем, что это не так долго. Все закончится. Любой вирус заканчивается. Самое главное сейчас, как мы будем себя вести. И мы 150, даже больше, чем 150 посылки организовали, где там было и вот маца, как видите, сок для того, чтобы пить 4 бокала. И также, помимо этого, еще там было мясо, еще некоторые вещи. И в том числе книга для Песах, называется «Пасхальная Агада». Короче, все, что необходимо для того, что исполняет вот этот обряд праздник Песах, прямо видели, как люди очень рады этого. О том, что, во-первых, у них есть все, что необходимо, и, во-вторых, то, что они думают. Праздник Песах – это же праздник свободы. И у нас немножко тоже, получается, немножко нету свободы, потому что мы все сидим дома. Мы должны понять, что на самом деле свобода мы можем бороться и достиг в первую очередь, когда мы настраиваем себя внутри. Я думаю, что каждый может найти какую-то положительную сторону и задуматься, а что такое свобода, как можно
быть более свободными людьми, несмотря на ситуацию, которая сейчас есть. Мы должны понять то, что я всегда рассказывал. Здесь есть какое-то сообщение, Бог что-то нам говорит, намекает. Точно. Может быть, Бог хочет, чтобы мы больше задумались, чтобы мы больше ценили домашнюю атмосферу. Мы понимаем прекрасно, что после вот этой кризис мир будет меняться, и мы будем надеяться, что будет меняться ключ. Будем ценить больше здоровья, будем больше ценить семью. Задача каждому – задуматься, потому что это время для того, чтобы действительно думать. Думать и о жизни, и обо всем спокойно сидеть и думать, размышлять, поделиться вот этой мыслью с другими. Опять, самое главное – поддерживать друг друга. Желаю всем хорошего, веселый праздник, и чтобы поскорее мы вышли на свободу, и чтобы все были здоровы, крепкие здоровья, и удачи, и много-много радости. Сложившаяся сегодня ситуация показала, как хрупок наш мир, но он обязательно вернется к своему привычному ритму. А пока давайте вспомним, какой была наша жизнь до карантина и как встречал свой юбилей Григорий Александрович Шустер. И более 55 лет преданного, самозабвенного служения театру. Не верю. Вообще не верю. Знаешь, не верю. Я не знаю, что такое возраст. Как себя человек чувствует, так и есть. А так это что-то может быть. Хотеть, знаешь, это в театре нет такого слова «хотеть». Потому что нас никто не спрашивает. Что бы хотели бы, у нас нет заказной системы. У нас как вот режиссер решил. Так он скажет, вот это будет этот выиграть, этот этого будет играть. Что-то играл, я много сыграл ролей. Интересно, у меня, знаешь, в «Тюзе» я сыграл очень, около 200 ролей. Ну, что же там, и «Коров» играл, и «Медведей» играл, и «Сарафанова» играл в «Старшем сыне», и «Шмагу» играл. Приехал когда во Францию, приехал в «Версаль», там стоит Людовик XIV. Я подошел к нему и говорю, я тебя играл. От имени фирмы? Я хочу сделать вам предложение. Будьте нашим компаньоном. Я? Да. Нам нужен такой человек. Роли все, нельзя сказать, что вот это я ненавижу. Мы должны все любить. Мы должны оправдывать. Мы должны жить этой ролью. Много было интересно и есть что вспомнить. Самое главное, что были замечательные партнеры. И театр, в котором я служу. В театре не работаю, в театре служат. Театр – это главное. Главное – работать. У нас, знаешь, самое главное даже не зарплату получать, а получить роль. Потому что роли. Артист – это роль. Для роли – это все. Я бы сейчас хотела, чтобы он на самом деле больше играл. Потому что я вижу в нем эту искру жизни такой, хорошей жизни, позитива. И той улыбки, благодаря которой в людях он зажигает сердца. Наверное, он еще не сыграл ту прекрасную роль. У него еще все впереди. Пускай у него будет вот это 8-0 в его пользу все время. Ой, я не знаю, играл он Гамлета или нет. Пусть сыграет Гамлета. Вот сегодня будет на юбилее спектакль «Таксист», который идет у нас уже лет 15-16. И мы с ним работаем. И он всегда очень в форме. Это очень важно, я вам должна сказать. Он всегда в форме, всегда с задором. Всегда на шутке, всегда на позитиве, всегда целует дамам ручки. Григорий Александрович вызывает у меня абсолютный приступ нежности. Это тот человек, который всегда с большим чувством юмора, с достоинством и с добротой. Ах, 80! Да что я слышу, какой поклонницам удар! Для них был Шустер просто Гриша. Теперь же Шустер суперстар. Но только он не унывает, в хорошей форме до сих пор. Кто Карлсона смотрел, тот знает, где спрятан Шустер мотор. Огромное вам спасибо, инспектор, что вы привезли его. Ну, скажем так, это моя работа.